Нашла. Отлично. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она? Да, она. И она выходит. И Ирина сейчас выходит из биоробота, становится с ним рядом. Если в биороботе еще находятся чужеродные копии, голограммы, подключки, другие артефакты, они выходят и становятся рядом с ней. Голограмма вышла. Она ее толкает впереди себя. Отлично. Хорошо. И берем голограмму в сетку. Защищаем. Физический биоробот с защитным потоком чистых энергий Абсолюта. Берем Ирину в защитный скафандр на время работы. И вместе с тонкой копией Ирины и голограммой поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Мы на месте. Отлично. Отправляем голограмму в клетку. И мы приветствуем Ирину и интересуемся, готова ли Ирина к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Нам доверит. Отлично. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой, под ногами. 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Ирины. Находит все. Что такое? Что мешает? Много у нее. Много, да? У нее бес. Поехали. Инкуб. Дракон. Какой? Красный дракон. Хорошо, дальше. Рептилоид. Тригрея. И арахноид в придачу. Да ты что? И арахноид. Аж 6. Хорошо. Считай цифры над головой беса. Пожалуйста. 8. 8-герцовые. Так. У красного дракона цифры над головой, пожалуйста. 302. Одна голова? Одна. Хорошо. Что-то много вас. И объявляю программу. Вы обнаружены. Сейчас происходит чистка по воле излияния Ирины. Мы будем сейчас проводить реверс, отдадим вам все ваши энергии, все темные энергии, заберем все светлые энергии по праву. После этого я дам команду каждому выйти и вытащить все, что он оставил в биополе Ирины. После этого я буду проводить проверку. Все, кто меня обманут, будут сожжены на месте 2 миллионами герц. Так работает мой сканер. Все, кто пройдут проверку и ничего не оставят, те уйдут безнаказанно первый раз на свою чистоту. После того, как они пообещают, что никогда больше в это тело не войдут. Потому что с этого момента человек прочитает манифест, и мы будем защищать его биополе. Поэтому, если кто-то второй раз осмелится войти в него из вас, уже никуда он не уйдет. Это понятно всем? Да, понятно. Все, кто пройдут проверку, уходят, как я и сказал. И переходим тогда к процедуре реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Вы отвечаете на все вопросы. Кто меня будет обманывать, тот будет наказан. И я даю команду тонкой копии Ирины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственны за чужеродную, негативную, патогенную, низкую вибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Ирине, энергию страха, энергию неуверенности, энергии всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, я спрашиваю, бес, как долго ты находился в этом биополе? Показывает воронку в ногах, он уходит и заходит последний год. Воронка еще в ногах? Не в клетке? Да. Нет. Я даю команду на счет 3. Воронка уходит из биополя Ирины. 1, 2, 3. И уходит в клетку-тюрьму. Я не пойму, а почему у нас... мы не давали команду вытаскивать. Хорошо, пусть будет там. Итак, сколько он находился? Год. В общем, 1 год. Где он подцепился? В квартире. В квартире есть порталы? Есть. Сколько? Ты знаешь? Он пользуется на кухне, который. Понятно. Хорошо. Без, у тебя есть что-то еще в квартире на твоей чистоте? В ее или ты сидел только в биополе? В квартире есть.
Хорошо, в квартире есть. Надо будет этот вопрос потом решать. Хорошо, инкуб, как долго ты сидел в этом биополе? Вера, наблюдай за реверсом, как идет он? Да, реверс идет. Хорошо, инкуб, как долго ты сидел? 3 года. 3 года, понятно. Первый раз вижу, чтобы инкуб пришел раньше беса или демона. Странно, ну хотя... Обращаясь теперь к красному дракону. Красный дракон, как долго ты находился в этом биополе? Ты знаешь, это фантом. Красного дракона? Да. Ты что? Отлично. Вот это класс. Хорошо, я даю команду на счет 3. Выстраивает этого фантома канал к оригиналу и по ДНК, по остаточным ДНК. Где бы он ни находился в вселенной, притягиваю в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Да будет так, сила моего намерения, притягиваю через фантом оригинал. Он визжит, он здесь. Дракон? Да. Отлично. И дракон получает удар 150 тысяч герц. Удар. Он кричит: не бей, я покинул это тело. Когда ты его покинул? 2 дня. А ты все вытащил из ее биополя? Энергии остались. Вот. А как ты думаешь, как бы я тебя по этим энергиям, сколько бы времени прошло, чтобы я тебя по ним вытащил? 5 секунд. Хорошо, будешь сегодня отвечать тоже. Это считай цифры над головой, это он же 302? Да. Хорошо. Реверс закончился. Итак, отлично. Устанавливается фильтр золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Ирина забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Ирина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Так, дракон, ты, значит, ушел, когда ты узнал, что Ирина собралась на чистку к нам, правильно? Да. А почему другие остались? Мне вот интересно. Хорошо. Как долго ты находился в ее биополе в общем? 6 месяцев. 6 месяцев. Хорошо. Поехали дальше. Рептилоид с Грэмми. Как долго вы находились в этом биополе? Сколько лет? 7 лет. У вас есть конструкция у нее в доме? Есть. Ирина, вам надо серьезно обратиться, вернее, подумать насчет того, чтобы закрыть все эти порталы и убрать в вашей квартире. И все вот эти, которые у вас сидят, они все что-то в квартире оставили. Вы нам подумайте над этим вопросом, потому что это все равно, что спать возле открытого туалета в поезде. Всегда будет идти запах. И не всегда будет приходить. 7 лет. Хорошо, арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. 3 года. У тебя тоже есть в квартире что-то, да? Нет. Хорошо. У него нет. Как у нас с реверсом? Закончился. Закончился. Хорошо. Так, переходим к процедуре вытаскивания. Бес, обращаясь к тебе, есть ли лярвы на биополе Ирины? Да, есть. Где? Шея, спина. Это от кого было? Кто это лярвы там на шею и спину? Кто там влиял? Рептилоид с Грэмми? Или кто там наверху сидел? Не я. Арахноид, понятно. Ладно, хорошо, выходишь сейчас, достаешь все, что ты оставил в ее биополе. Ничего не забывай и доложишь мне о том, что ты все вытащил и готов к проверке. У него грузики на руках, колготки. Готов. Хорошо, бес, лярвы хочешь? Он говорит, что опасно с ней лярвы есть. Опасно, значит, первозданная душа, скорее всего. Понятно, значит, не хочешь. Ну, смотри, возможно, ты даже и прав. Потому что у нас был такой случай, когда один, по-моему, черт это даже был. Вот, и он снял такую лярву, и он прямо на месте и отравился, и он лежал там, ему было очень-очень плохо. Говорят, что у меня нет такой энергии. Согласен. Хорошо, значит, тогда... Становись назад в клетку, мы уберем тогда лярву сами. Хорошо, инкуб, сейчас ты выходишь, достаешь все свои ленточки, ошейники, все снимай, все, что я оставил в биополе, корсеты, мы будем все проверять. И вот доложишь мне потом о готовности к проверке. Он все снял. Хорошо.
Так, я даю команду, значит, три, включая внутренний белосет у Ирины, и подхожу к ней, помогая ей, значит, три, выдавливаем все, что осталось в ее, и останавливается автоматически, когда 100% его энергии будет выведено. Все его подключки. Шар готов. Шар готов. Хорошо, большой шар? Мяч. Мяч, отлично. Ой, дракон, а ты говоришь, чуть-чуть энергии осталось, да? А вот это что? Че ты не забрал своей энергии? Вот тоже. Открывается под шаром портал в галактический ядро. Этот шар улетает в галактическое ядро. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, сейчас я обращаюсь к рептилоиду. Проконтролирую работу трех греев. Пусть они выходят, все вытаскивают до последнего чипа. Ниточки, микрона. Всю энергию, все забирайте. Приступай. И доложь о готовности. У нее вот эта голограмма, она так грубо сделана, но она подключена к ней. Чья голограмма, кстати? Ответственные за голограмму, Грей. За Грей голограмму поставили, да? Понятно. Хорошо, Грей. Я сейчас посмотрю, что вы там в голограмме оставили. Воровали частички души? Грей. Он говорит, нет, мы же не садисты. Ну, энергия, просто... да, частички души. Но я встречался с ящером. Это не наш профиль. Я с ящерами встречался и гуманоидами. У них таких нету, конечно. Мысли. Говорит, что мы ее могли изучать, но чтобы воровать душу, это переходит даже наши границы. Хорошо. Значит, вы осознанные этих сущностей, которые даже дальше вас в развитии ушли, техногенном. Мы не убийцы душ. Хорошо, Грей. Я знаю, вы любите, вы ученые, вы любите изучать и как-то спасать свою цивилизацию. Но человечество просыпается, становится осознанным и заявляет о правах на свои энергии. Соответственно, вам придется немножечко отходить назад по мере того, как человечество развивается. Но она загружена была полностью. Они киталаты с нее сняли. Ну, провода, глаза, как маску даже, я бы сказала, как-то с лица сняли. Понятно. А что это, что это давало, вот эта маска, Грей? Что она не выпускала? Вместе она была внутри, а не наружу. Голограмма делала за нее. А, понятно. Выражала эмоции. Хорошо. И сейчас я выстраиваю канал к этой голограмме от Ирины 1, 2, 3 и делаю реверс энергии, если там хоть частички, малейшие наночастички ее энергии остались на ее частоте, она их притягивает по этому каналу к себе. 1, 2, 3. Пошла энергия Ирины назад из голограммы. Возвращаем энергии все. Есть, идут. Возвращаем все свое себе обратно. Мы экологично работаем. Грей, вы нас знаете? Вышли. Поэтому вышли сразу, без всяких этих, да, театров, как вы любили раньше делать. Хорошо, я ценю это. Я очень не люблю, когда из меня пытаются делать того, кем я не являюсь. Не сняли все. Все сняли. Как у нас ревер закончился по каналу, да? Да, да, забрала. Хорошо. Вся энергия, вся энергия наполняется ими, и руки начинают поднимать. Ну, как она, как живая эта энергия для нее, ее родная. Конечно, если ее голограмма заменяла ее в этой жизни, поэтому она все вернула себе назад. Хорошо, обращаясь к арахноиду. Арахноид, выходишь, вытаскивай все, что ты оставил, всю паутину, все свои подключки, всю жидкость, все, что может там еще оставаться в ее биополе, ты все аккуратненько вытаскиваешь и докладываешь о готовности к проверке. Здесь голова. Да. Полностью он пронизывал ее этими лапами. Ну, она должна испытывать, была испытывать страшнейшие головные боли. Вниз живот, самый низ живота у него здесь есть что-то. Инкубатор оттуда, и холод шел. Я думал, сначала инзектоид. Как гнездо у него там, свитое внизу живота. Был наверху, гнездо внизу в животе. Все снял. Так, хорошо. Сейчас... мы все сняли. Сейчас я даю команду на рассинхронизацию Ирины с энергией беса, инкуба, дракона, рептилоида, греев и арахноида на счет 3-4. Пошла рассинхронизация энергии, частот. Готово.
Отлично. Я подхожу к Ирине, кладу руки на плечи моей собственной энергии, помогая ей произвести импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы. Все отлетело? Да. Открывается портал в галактическое ядро, и эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Улетает туда же канал к голограмме. Хорошо. Готов. Отлично. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. Поехали дальше. Сейчас я открываю, значит, 3 портал по часовой стрелке и в квартиру Ирины. 1, 2, 3. И все, что находится на частоте беса, все его игрушки, все его одеялки, все его комочки, все, что он разбросал, сила моего намерения вытягивается из квартиры до последнего микрона и летит к нему в клетку. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Готово. Оставляем портал открытый. Я даю команду. Все, что на частоте рептилоида и Греева осталось, все притягивается, все конструкции сюда, в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Ну, говорит, что ты не можешь так сделать. Нам надо снять это. Хорошо. Значит, мы тогда встретимся, рептилоид и Греев, видимо, во второй раз, если вы все-таки, когда человек захочет чистить квартиру, но я рекомендую вам уйти до того, как я приду. Вам понятно это, да? Нам понятно. Хорошо. Закрываем портал. Все. Мы здесь все сделали, рассинхронизировали, все забрали. Хорошо. Бес, ты готов уходить? Нет, стоп. Мы делаем сейчас проверку. Подожди. Да. Вот Грей, они говорят, что они соберут все, уйдут. Но на ее энергии придет все равно кто-то в квартиру. Пока мы не поставим защиту от космических в этой квартире, конечно. Это яркие энергии, скорее всего, первородные, я полагаю, да, Грей? Кивает. Хорошо, давайте дальше. Значит, тогда убираете все свое, а другие, которые придут, ну, те испытают шок своей жизни, когда они увидят меня в этой квартире. Внезапно, и не смогут уже никуда уйти, когда я все порталы закрою и сожгу. Тогда они просто на свой страх и риск приходят, и я их уже называю тогда самоубийцы. Все, Вера, хорошо. Мы здесь все сделали. Всех рассинхронизировали, они все забрали. Будем тогда отпускать, да? Да. Но сначала сделаем еще проверку. Я даю команду. Значит, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Ирины. Делает контрольную проверку. Малейшие наночастицы, оставшиеся от интерферентов, сжигаются на месте. Если что-то крупное было оставлено, моментально загорается ярко-красный маячок. Сканер начинает работать. 1, 2, 3. Пошел контроль. Она чистая, но ее раздражает все. Вот она как голая. Без энергии? Нет, я имею в виду вот эти энергии, они вот... От интерферентов или какие? Какие энергии ее раздражают? Ее энергии, вот ее тонкая копия, извне что идет, вот воздух или какой-то ветерок, или вот сканер сканировал, ее вот это раздражает все. Она как незащищенная. Хорошо, я обращаюсь к Ирине. Ирина, вы понимаете, что сейчас происходит, да? Вы видите это все? Вы находитесь на чистке. Перед вами стоят все эти сущности, которые находились в вашем биополе. Вы понимаете она это, да? Она понимает, но она очень давно своих энергий не чувствовала. Вы своих энергий не чувствовали. Мы заправим вас сегодня всеми энергиями необходимыми. Потерпите чуть-чуть, и мы найдем все остальные причины. Все нормально. Это самое неприятное было из всего. Хорошо? Больше мы вас сканировать не будем. Хорошо. Хорошо. И... будем отправлять их тогда. Обращаясь всем присутствующим, я уже сказал, больше в это биополе не приходите. Если кто-то в квартире не сказал мне и оставил, и я его найду в квартире, тогда пеняйте на себя. Будет тогда очень серьезное наказание. Все, все поняли. Бес готов уходить? Да, он готов. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя, и ставя огненную пентаграмму. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. И инкуб уходит на свою частоту, закрывая, опечатывая, растворяя. Он забирает все с собой, что с собой принес. И ставь огненную пентаграмму сверху. Готов. Хорошо, дракон, ты все понял, да? Я тебя возвращаю, откуда ты пришел. А фантом твой, ты заберешь или мне его выкинуть? Или как? Что мне сделать? Нет, он его заберет.
Хорошо, забирай тогда свой фантом, энергии твоих там не осталось. Дракон красный, дай мне красное слово красного дракона, что ты больше в это биополе не придешь. Я хочу от тебя это услышать, что ты понял серьезность моих намерений. Не шути. Я даю слово красному дракону. Не шути со мной. Я видел намного выше тебя. Буквально 5 минут назад синий дракон 8026 уровня. Здесь очень такой пытался. Но он маленький, напуганный. Хорошо, все, он все понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на часовой красного дракона. И он уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Обрадовался, что его отпустили. Готов. Хорошо, пусть сделают выводы из этого урока. И рептилоид, ты понял, мы с тобой договорились, вы все забираете и уходите как можно быстрее. Все понятно? Кивает. Открывается наверху портал против часовой стрелки. На частоте рептилоида 1, 2, 3. Рептилоид уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, если что-то есть. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, Грей, вы все поняли, повторяться не буду. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Греев 1, 2, 3. И Грей забирает все, что они с собой принесли, и уходит на свою частоту безболезненно, закрывая, печатая, растворяя. Не сказали, что у нее установлена кормушка. Где, в квартире? Да. А кто установил? Ну, насиженная кормушка, они говорят. Они установили. То есть там постоянно кто-то был. Благодарю, Грей, хорошо за эту информацию. Ирина, вы поняли, у вас квартира... очень. Вы не одна далеко в своей квартире. Ну, они про себя говорят, что они очень долго этой энергией питались. Я понимаю. Ну, просто она обратилась к нам, и это все теперь берет другой оборот. Она заявит о своих свободах, и вы обязаны это уважать. Они ушли уже. Отлично. Все. И арахнует. Ты все понял, да? Понял все, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Включаем высоковибрационные энергетические лучи. Вытесняем все из комнаты. Все, что осталось от интерферентов, остается только твоя энергия, моя и Ирины. Поехали дальше. С голограммой здесь еще. И открываю под голограммой портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Оно улетает в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Больше ничего нет? Нет. Отлично. И переходим на чистоту магического воздействия. Если таковое есть было, проявляется. Чисто. И на счет 3 в макушку головы Ирины начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 470% каждый. 1, 2, 3. Все потоки пошли по 470% каждый. Мощность потока усиливается. Отдельно включаем ей канал первородных энергий. 1, 2, 3. И она принимает канал. Идут энергии? Да, идут. Хорошо. Поднимаем частоту и вибрации. Это число значения 25 Гц. Пошел подъем. У нее, знаешь, как будто два человека в ней борются. Один это такой земной, каждодневными проблемами, а другой это вот это чистая первородная душа. Создай ей сами. Надо понять саму себя. Это, безусловно, уже ее работа, себя познавать после сеанса. Сейчас она, во всяком случае, узнала, кто она. А именно первородная душа, душа, которая была лично создана самим Творцом. Не все души созданы были Творцом, только самые первые души. После этого создания душ человечества переняли другие космические цивилизации, которые намного развитее нас. Такие как Плеяды, Арктур и так далее. Ну и также рептилоиды, к сожалению. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Да, есть. Хорошо. Запускаем процесс активации, идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Живые энергии. Представь себе сейчас прийти в квартиру с такими энергиями, там на весь город светится.
Они сами себя изживляют, вот, потоком по чакрам проходят. Угу. Готовы. Отлично, хорошо. Пусть тонкая куперина вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 720. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой куперины до значения 720 Гц. 1, 2, 3. Пошел подъем. Готово. Отлично, хорошо. Ирина, как вы себя чувствуете? Она говорит, что сейчас мне комфортно. Запомните, это состояние, вот такое состояние у вас должно быть всегда. Вот вы... И умиротворенно. Именно так оно и должно быть. Сейчас мы это все перенесем на физический план. Мы вас сейчас возвращать будем в ваш биоробот и синхронизировать и гармонизировать с вашим биороботом. И все эти энергии перейдут к вам на физический биоробот. Все понятно? А вот она сейчас смогла как скорректировать и сбалансировать себе вот этих двоих. Угу. Человеческое как тело и первородную душу. Сейчас, потому она сказала, что мне комфортно. И, замечательно. Ну, умиротворенно. Гармонизируйте себя и синхронизируйте после заправок энергии. Хорошо. Как заправляться энергией, мы вам тоже показали. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ирины в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Синхронизируем ее, гармонизируем между тонкими телами и физическим биороботом. Пошла синхронизация. Она благодарит за очищение. И вот она в тело, когда зашла, у нее да. Тело занимает больше внимания, чем душу. И душа сейчас, она раскрылась и поглотила это тело. Как слилась с ним. Хорошо, я спрашиваю еще сейчас у Ирины. Ирина, вы желаете получить сейчас защиту от вашего создателя, от Абсолюта? У вас есть допуск к этим энергиям. Мы можем сейчас вокруг вас сделать этот канал, потому что возвращать вас сейчас в квартиру, где порталы, не совсем безопасно, а так они не смогут пока войти. Она говорит, что кто же откажется от дополнительной защиты. Хорошо, и мы сейчас сделаем... На счет три я даю команду, и поток Абсолюта полностью. Шел поток Абсолюта. Она говорит, что кроме Меркабы, мне это очень пригодится для восстановления. Ваш учитель... Даст мне выиграть время. Это сам Творец, ваш учитель. Вы можете напрямую к нему обращаться. Вам никто не нужен. Мы не нужны. Никто не нужен. Вы должны просто первый раз попробовать с ним установить контакт и держаться этого контакта. Запрашивать его энергию и защищать себя ими. Как у нас поток стоит? Да. Отлично. Все. И в этот поток ни одна сущность через него не сможет проникнуть. Ставим его на максимальную мощность. Один, два, три. Он... Да. Оно как большое яйцо вокруг нее. Вот так оно и должно быть. Скорлупа. Да. И она как потоком, таким светом. Замечательно, Ирина. У вас сейчас есть эта защита. Уплотняете ее изнутри силой своего намерения. Представляете ее. Решимостью своей говорите. Защита стоит, защита действует. Ни одна сущность не войдет в ваше биоробот. Намерением. Намерение, силой намерения, да. Хорошо, все, мы закончили. Желаю вам всего наилучшего. И отключаемся, Вера, от Ирины. И на счет три перемещайся в свою комнату диагностики. Один. И еще здесь есть информация, стоп. Что она должна смотреть, как реагируют люди рядом с ней. Потому что эта защита будет кого-то, ну, жалить, кусать, торгать. Иными словами, Ирина, плохие люди в вашем присутствии будут себя чувствовать плохо. Чтобы она наблюдала, да. Наблюдайте за этим, и вы сразу поймете, кто с хорошими намерениями к вам идет, а кто с плохими. Хотя плохие не смогут долго выдержать ваше общество при таких энергиях. Да, будет так, а так и есть. Все, Вера. Благодарить за чистку. И отключаемся от объекта, и на счет три перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Я на месте.